понедельника Югра перейдет ко второму этапу снятия ограничений. Постановление об этом подписала губернатор Наталья Комарова. С 17 августа в округе возобновит работу целый ряд организаций. Например, магазины непродовольственных товаров. Правда, с оговоркой – не больше одного человека на 4 квадратных метрах. Организации дополнительного образования смогут проводить индивидуальные занятия с детьми. Также начнут работу вузы. С понедельника можно будет заниматься спортом и физкультурой на открытом воздухе и в спортивных залах с соблюдением безопасной дистанции. Также разрешены спортивные соревнования, но без зрителей. С 17 августа смогут начать работу открытые террасы и веранды кафе и ресторанов. При этом столы можно располагать на расстоянии не меньше 1,5 метра. Ограничения коснутся и посадочных мест. Так, за одним столом могут сидеть больше 2 человек, только если это члены одной семьи. Еще одна хорошая новость. С понедельника возобновят работу стоматологические клиники.